Ульяновцев приглашают на скандинавскую ходьбу. Ходьба с палками, ее еще называют северной, с каждым годом вызывает все больше интерес у населения. Один из самых популярных видов спорта, только на первый взгляд кажется простым. На самом деле здесь важно в буквальном смысле не перегнуть палку и выполнять технику правильно. Но и научиться ей несложно. Достаточно всего одного-двух занятий с инструктором. Такое планируется в воскресенье 22 сентября во Владимирском саду. Всех желающих ожидают в 9:45 возле сцены. Участие бесплатное.